четверг в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Практически везде пройдет небольшой дождь. Станет прохладнее. Дневная температура 18-22 градуса, ночью 12-14 выше 0. В Сызрани пасмурно, пройдет дождь. Днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, осадки в виде дождя. Плюс 20 градусов в дневное время, ночью 13 выше 0. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и небольшой дождь. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 14. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, температура воды в реке Волга 21 градус, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.